Йо, и мы пришли в самый первый, в самый настоящий русский эксперимент со сном. Помните, мы именно с этой игры начинали? Можете понять, что мы именно в ней по вот этим странным прическам. Правда, свою любимую я не нашел. Так, убери пистолет. Ладно, убери пистолет, пожалуйста. Это еще что-то есть? Ой. Ух ты, ух ты, ух ты. Это что, это наручники или часы? Я хочу выпить кофе. Кофе нет. Не знаю, не знаю, что это. Наверное, наручники все-таки. А кого можно заковать? А, тут написано даже задерживать манжет. Да, это, наверное. А тебя нельзя заковать. Непонятно. О! А ну-ка, подожди. Подожди, а как я взял? По-моему, людей этим нельзя. Второй или первый? А, второй. А как тут взять как? Второй, просто да, я нажимаю, там написано. Да, будет написано 4 из 5, там 1 из 5. Не могу, блин, взять. Мне не берется. На тоже. Ты на второй нажал? Создатель вирусов? А, подожди, а вот эти не берутся, вот. Капец, да. Очень странно. Подожди, а вот первый, если могу взять? Не, не берется. Слушайте, а как-то тут все сильно поменялось. Я вообще не помню, если честно, эту игру. Поэтому вот настолько давно мы были здесь. Поэтому я вот даже вышла случайно. Ага. Ну, разработчик вроде бы тот. Вроде бы тот разработчик. Так, ну тут тоже все выглядит очень даже похоже. Так, что у нас тут? Ой, а как выстрелить? Новый робот, здравствуйте. Ну да, вроде оно. Есть что-то у меня? Робот из Индии. Ничего себе. Я не то сделал. Интересно. Ну я ему, получается, вколол ничего. Ну и ему поэтому норм. Интересно. А пока я бегу в лабораторию за новыми вирусами, хочу напомнить вам, что у нас там в телеге огромный розыгрыш. Розыгрыш чего вы сейчас видите на экране? Вот 50 вот таких футболок, точнее 21, 22, 10, 3. Вот, собственно говоря. А еще там же в телеграме мы показали, что у нас новый мерч, который уже находится на сайте. Поэтому вот такой вот, вот такие вот красивые малышисики. Они уже доступны к заказу, так что вот. Итак, а тут у нас вирусы. Внезапный переход, конечно, но что у нас тут такого интересненького, бесплатный? А есть вирус, чтобы сделать какой? Маленького плюшика вот такого вот. И брелочек из него еще. А ну давай, создавай вирус. А почему ты так реагируешь? Это что такое? Ты что-то уже там надумал? Нет, просто смешно, что Лана управляет моим видео. Она заставляет меня вставлять картинки в видео. Зачем? Ладно. Обязательно когда-нибудь до этого дойдем. Так, а пока, уважаемый индийский робот. Кстати, классно, что здесь двери закрываются. Смотрите, так, и... Да. Ой, у меня сгорел бот-робот. А чё, подожди. А чё? Я же вколол ему, он должен... Я тоже вколол, у меня ничего не получается. Минуточку. У меня получается. Да? Что-то меняется у тебя? Да, но он уже умер, правда, но он был. Все ясно, Ульян. Да, это как раз-таки результат моих действий. У меня что-то вышло. Так, давайте вот фиолетовый. Да, вот, видно, что есть фиолетовое. Погнали. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нормально, что... Слышь. Я этого не делала, он сам. Он сам взорвался? Так не бывает. Ну, да, мой тоже предыдущий также сам взорвался. Внезапно, посмотрите, что с моим чуваком. Это не похоже на маленького плюшика брелочек. Это не похоже. Переделывай. А вообще робота как-то зовут? Ну, робот Индия. Господи, что случилось? Боже мой, у меня проблема. У меня проблема. Ого. Ого, а что это с ним? Превратился в какую-то красную кашу. Я не знаю, так это он из колбасок какой-то. Состоит. Какая каша? Он из колбасок стал вот состоять. Блин, вкусно. Пустите меня обратно. Ладно, не буду, наверное, все-таки. Не буду. Он сумасшедший какой-то. Колбаска ходишь. Стой там. Стой смирно, колбаска. Так, что тут у Ланы интересно? Да вот. А! Ого. Ну это интересно. Кто вселился? А насколько дружелюбный? Иди посмотри. Дружелюбный? Насколько? Сиерра! Да. Сиерра. Кстати, учитывая, что... Ты не можешь выйти. Он орёт. И горит.
А зачем? Ты его решила сжечь или нет? Нет, он сам. Но, по крайней мере, он похож на брелочек. Заканчивай форсить меня вставлять в видео наш новый мерч. Хватит. Понятно? О, ух ты. А мой на стену лезет. Мой уже спускается. Хочешь меня ударить? Я твой создатель. Давай, вот так вот руку. А они будто бы дружелюбные, они нас не бьют. А почему этот орёт? Сейчас проверим. Ух ты. Хочется ему. Что он говорит-то хоть? Не знаю, он меня схватил, по-моему. Подожди, а он меня тянет? Да, слышь, к чему он притягивает меня? Что мы с ним сделаем? Слышь, это ты с ним что-то сделала? Да ничего с ним не сделала. Будем его сжигать или шокировать? А этот чего? Мне кажется, он уже шокирован. Он шокирован явно. Он орёт так, как будто он сильно шокирован. Да я не могу ничего с ним сделать теперь. Блин, мой робот мой дружелюбный, кстати. Разбегался, что я не могу попасть теперь в него новым вирусом. А, это колбаска, который. О, слышал. Жду новой мутации. Так, бренд New Virus. Какой взять? Бесплатно вот эти два. Ну, хочу вот этот вот. Вионова. Ух. Вот его и возьмем. Что, он плохой? Я спасла. А. Я говорю, фух, я его, ну, спасла, в общем. Спасла? Точно? Да. Это так называется? Да. Так, а ты что тут прыгаешь, попрыгун? Стой. Стой, говорю. О, услышал. Кто-то опять орет. Кто орет, ребята, кто орет? Возможно, мой. Это уже не мой, у меня некому орать. Ага. Так, а что я принес чувачку? По-моему, ничего не поменялось. Подопытный номер один не изменился. О, подожди. А, не чувствую себя нормально. Так, что ты наделал? Точка, точка, точка. Значит, пошли какие-то превращения, правильно? Ой. Ошибка, ошибка, ошибка. О, боже. Так, во-первых, чем он кидается? Во-вторых, почему он стал... О боже. Это штука, я понял, это штука для черлидинга. Это именно так их делают, если что. Пипедастры? Чего? Это же разве это... Это пипедастры, Ёша, классику знать надо. Это штука, с которой... Пипедастры разве не для пыли? Да, да, это штука, с помощью которой пыль удаляют. Ты, блин, говоришь. У них тоже. А еще есть пипитер. Так, подожди, Ёша, хорошо. Ну буквально, ты можешь погуглить пипедастры для черлидинга. Но они помпон. Похожи. Помпон. Помпон, понятно? Да. Помпоны для черлидинга и танцев. Я поэтому тебе сейчас давай, не покажу, выдумывай. Что у меня я продаются сейчас вкалю в вот интернете. Это, будешь пипедастром. Не сможешь. Вопросик. Кстати, там можно, по-моему... Ой, я думал, это вы друг в друга что-то вкалываете. Это что такое? О! Человечек какой-то. Так, Player Injector. Ну-ка, сколько стоит? О! 500. О! Ну ладно, потом. Попозже обязательно. А я что-то там сделала. Я сделала сепаратор вирусов. Ребят. Я что-то просепарировала. Рождество на дворе. Перечная мята. В смысле, уже? Ну да, уже скоро. А, да! Ух ты, перечная мята. Ну, рождественский, точнее. Наверное, нужен новый, да? Подопытный, потому что этот хочет меня убить. Это не очень хорошо. Ну-ка, посмотрим. Действительно хочет убить? Да вроде нет. Ой, тут разными способами вы можете избавиться от робота, прикиньте. Это интересно. Да встань ты! Ну куда? Слушайте, он явно против новых вирусов. Упрыгивает. О! Так. Уважаемый помпон. Желаю вам плохого, ужасного Рождества. Раскидывается конфетками, которые взрываются. Какой кошмар. И зачем? А еще музыка, которая вырезается, к сожалению. Да. Что понял. Но она рождественская, если что. Она рождественская. А вы можете убить моего пацана, пока меня нет, чтобы я не расстраивался сильно? А мы можем разве? Я не могу. Я не знаю, в чужие клетки. Не могу, мне не разрешают. Я попрошу, это лаборатория. А, лаборатория, хорошо. Ёша, он меня убил, а не я. Да ладно. Да. Так, боксерий, кто такой? Кто такой этот ваш боксерий? Ну это, возможно, какой-то Сергей. Бактерия. Соедините, если бактерию и Сергея, получается бактерий. Ладно. А, у меня Сьера, кажется, зовут его. Новый робот. Как зовут тебя, новичок? Эхо. А у меня гольф был. Он остался? Видимо, ну хотя не знаю. Нет, по-моему. О, есть, он остался. Нифига себе его колбасит. Жестко. А я не знаю, что это. Так, а этот...
А что с этим стало? Как это называется? Как это называется? В дверях еще есть такой монстр. Ух ты! Так, подходи. Глич, о! Глич? Сейчас пойду посмотрю. Или это не в дверях? Ну, в общем, странно у него галлюцинации, если на него смотреть. Интересно. Ну, он будто бы, ну смотри, ну вот видишь, он будто бы отделен чуть-чуть. Ну, есть что-то такое. Ничего так. А я немножко изменилась из-за того, что меня убили. О боже, ничего себе. Привет. Ты на рандоме его получилось. О, у меня вырвался! Он вырвался, ребят, нам всем хана! О, я думал, я только хотела похвалить эту игру, что здесь монстры не вываливаются как раз-таки из своих кабинетов. Кабинетов. Вопрос. Лабораторий. Вас тоже убьет, да? Ну что, я сказала... Не, мы живы. Я пока живу. Он просто, типа, тут тусуется. Пойду своего боксера еще раз бахну. О, я его уничтожила. Он взорвался. Это я сделала. Ну, как-то нечем гордиться, бедолага, взорвался. Ну, а чё? Он меня дважды убил, я теперь усатый мужик. Что-то он раскашлялся, по-моему, ну-ка. 93 здоровья. А там есть, кажется, какой-то исцеляющий вирус, нет? Да мой чел прилег что-то. А ты все, умер? А. Нет, он кричит, или мне кажется? Очень тихо. Или храпит. Чувак, просыпайся. Ну, ХП у него есть, это точно. Вон, чилит, лежит, смотрите какой. Так, чтобы он сильно не расслаблялся там, то валяется, посмотрите на него. Надо что-то еще ему новенькое вколоть. Что бы это могло быть? Валентин. О, интересно. Валентин. Ага, вирус, который называется Валентин, интересно. О, Ульяна, Ульяна, Ульяна. Где ты? Ульяна. О, это я. Ульяна. А как это произошло? Ты радужная, кстати, смотри. Я даже, да, я переливаюсь, ничего себе. Ничего себе, канон. И цвета такие красивые, постельные. Ты можешь также перекрасить. О, Италия! Та-та-ра-та-та-та-та. Там была, видели? Да. Господи. Вот что ты сделал. У меня проблема, мне кажется, меня сейчас будут бить. Шлепалкой. Лапой. Ой! Да, ну это будет Санта. Нет. И зачем? Зачем ты сделал это со мной? Я не виновата. Ой. Но зато ты, возможно, станешь собой. И что там Санта распоясался? Да я заметил. По-моему, мой... Господи, боже мой. Что это произошло сейчас? Я испугался, блин. Почему его кинуло в стену? Кто с ним так сделал? А я пыталась избавиться от него, поэтому, чтобы он больше никому не навредил. Ужас какой. Слушайте, а мой какой-то прям совсем. Ну, ему пофиг уже на всякие вирусы. Очень похож странно. На брелочек, похож. Висит. Я запрещаю тебе делать отсылки на мерч. Больше это нельзя. Это почему в этом еще? В этом они там видео тоже я написано, что черешни вообще-то. Я запрещаю тебе. Я читала, там написано про черешни. Да, я писал. Я запрещаю тебе. Так, ладно, что у нас еще интересненького есть? А, ну Валентин не сработал. Валентин, работай. Как это? Валентин. О, а давай, а ты можешь его Ульяне вколоть? Ну не Ульяне, а Ульяне, которая, ну там у меня в клетке. О, подожди, сидит. Валентин не работает. Я когда беру другой, а потом Валентина. Надо устроить его на работу. Тогда. Если он не работает. Ну что, бездельничать так с ума сойти можно, если честно. О, Жульет у меня Жульет. Жульет? О, господи! Он отделился от предыдущего себя. А, это как будто бы призрак? Наверное, он рычит. Мне не нравится. Так, с этим, наверное, все-таки распрощаемся. Но он ничего не делает. Ладно, еще разок. Если нет, то... Ой. Слышь, еще раз ударишь. И тебе капец. Я тебя выброшу в космос. О, ладно, извините. Пожалуй, все-таки... Всего доброго. Всего доброго. А у меня дилемма. Я не могу Ульяне ничего вколоть, мне совесть не позволяет. Ну конечно, все. Все остается Виктор. Так вы директор. Обалдеть. Ребята, откровение. Так все это время директором была Ульяна. Ульяна Виктор? Ульяна. Здравствуйте. Твое настоящее имя Виктор? Ну, я не хочу раскрывать свою настоящую личность, поэтому я, наверное, ударюсь. Задом. Ой, Жульет погиб. Вы задумывались, как вот сложно, насколько сложно Ульяне играть сразу и со своего аккаунта, и с аккаунта Виктора?
Как же она страдала в кисиках, представляете? Просто ужас. Вообще, да. Некоторые не понимают шутки, поэтому, ребята, если что, это шутка, конечно же. Виктор настоящий, да, он сейчас вот занимается наверняка какой-то работой, пока мы тут без него играем. Да, наверняка он хотел бы с нами поиграть, но, конечно, не сейчас. Можете написать в комментариях, какую игру можно сходить с Виктором, если вдруг вы по нему соскучились. Если соскучились, напишите: «Виктор, мы по тебе скучаем!» Примерно так. Обязательно с таким же голосом. Ты напишешь с такой интонацией. Это какой же надо шрифт использовать? Надо подразумевать. Надо подразумевать именно такую интонацию. И тогда это почувствуется. Конечно же. Так, а что, будет что-то происходить с чуваком? Очень долгая здесь реакция на вирусы. Прям очень долгая. Секунд, блин, 20. Такое ощущение. Вот ничего с ним не происходит. Я вколол в него что-то. Ну, что-то же должно произойти. Ну-ка. Ну, вроде что-то должно. Это... Ух ты! А, да? А! Жесть какая, я испугался. Чё он за мной погнался? Да он какой-то там этот, блин, робот. Фигня страшная. Так, где, куда идти? Вот туда, вперед. Сразу вирус какой-то захвачу. А я пользуюсь случайными. О, случайные! Да. Я то, что хочу. Так, синенький, все, поехали. Уважаемый, хотел сказать директор, уважаемый робот, что вы тут? Не хотели бы вы? Сейчас. Не хотели бы вы? Сейчас, подожди, подожди, осторожно. Сейчас надо его как-то... Всего доброго, Зулу. Не надо было меня убивать. Ой, чего это за звук был? Вы слышите? Кому-то кто-то здесь. Я слышу, разговаривает с нами кто-то, нет? Это ты, Танго? Да, это он говорит что-то. Я не слышу, правда, что, поэтому... Так, пойду-ка я. Он посинел сразу. Видимо, какой-то холодный вирус. Злодей. Думаешь? Ну, наверное, да. А че он такой синий? Он нагрится. Может быть, он аквамен. Что? А что происходит? Он начал говорить, когда? Когда ты его только создал? Сразу, сразу, как только он появился. Ого. Так это значит, может, и не он вовсе, просто совпало? Может, совпало. Может быть, это мой монстр, у меня просто там был, и потом... Не, да, ну, я может, в этот конечно. Момент просто вколола. Возможно, из-за этого. Капец, но он прикольно делает. Не уверена я в этом. Оп, хей. Кто ты? Золотой? Да. О! Люди зовут меня Мидас. Ну, типа, подожди, Майдас, наверное, это да? Мидас, ну, да, что это Мидас вот, да-да-да-да-да-да-да, и в Доте еще есть и там этот Пент в Майдас. Типа, там, раз во сколько ты секунд, по-моему, в 100. Ты можешь больше золота получать. Так и он золото дает. Пойди, сходи к нему. А он всё превращал сходи, в сходи, золото. Сходи, я сходи, не сходишь? Хочу. Сходи, но потом пожалуйста. Он, кажется, сходи, умер сходи. Из-за того, что он есть не мог. У него вся еда превращалась. Ой, у меня был такой. А зачем ему руками есть? Ну, ешь ртом. Так он вроде не только руками превращал, там кусать тоже не удавалось. Ну, короче, как-то кусать тоже нельзя? Так он же рукой, я не знаю, руками ну, даст. Я не знаю. Ну, может быть, а может нет. Ну, он, короче, как-то вот это было не очень, в общем, не нормально. Он, мы друзья с ним. А, так он пятюню тебе хочет дать просто, да. Слушай. Так пятюню ему давай, нормально. Даю. Ты блин, у него на голове похож прыгаешь. На Микки Маус, если честно, из-за того, что у него такая лапа. Ух ты. А у тебя... Ой, я такой был уже. Он убьет тебя. Что, это мой? Но это ничего, потому что я все равно хотел уже заканчивать ролик. Вот, так что, если вам зашло, мы можем сюда вернуться, потому что наконец-то снова вернулась оригинальная часть. Ну, как оригинальная, та, скажем так, которую мы играли в самый-самый первый раз. Так что на сегодня будем заканчивать. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, на колокольчик нажимайте. Всем пока. Пока. Пока.